Здравствуйте всем! Я из Украины, из Одессы. И хотел, друзья, поговорить о такой теме по поводу, что, друзья, то есть от нас, точнее, хочет Бог, друзья, да, говорится Бог, да, глазами очевидца, да, друзья. То есть сильно нас Господь хочет. А что, друзья, нужно понимать такую вещь, что понятно, что, как вы знаете, все знаем всех богачу и Лазаря, да? Там есть, друзья, ад и рай, да, друзья? И что нужно понять, что когда есть ад и рай, друзья, нужно понимать, что оно такое. И понимать, друзья, что богач, допустим, в свою жизнь пиршествовал и ничего особо не вникал во слово Божье, друзья. Ну и чем это все закончилось? А закончилось, друзья, это все тем, что он просто-напросто, ну, попал в ад, друзья, и все, там ничего хорошего нет. А Лазарь, друзья, наоборот, он был всегда ценил Слово Божье и ценное Слово Божье. Поэтому, друзья, мы должны здесь понимать, что если мы, друзья, хотим отправляться в вечность в рай, где вместо полного счастья, радости и благодати, да, друзья, для этого мы должны всегда что делать, друзья? А ценить Слово Божье, принимать Господа своим Спасителем, да, Иисуса Христа, понимать, что Он Господь. А два, друзья, нужно исполнять Его заповеди, показывать свою любовь, потому что мы действительно любим Бога, показывать свою любовь к Богу, друзья. А если мы действительно, друзья, покажем свою любовь к Богу, это означает то, что мы настоящие, друзья, Божьи люди, да? То есть то, что мы исполняем Его заповеди, проповедуем Слово Божие, это все то, что мы действительно Господь хочет. Мы рассказываем про спасение, друзья, да, всем своим близким. Родным, близким, вообще, друзья, люди ходят просто, да, друзья. Тогда начинается, друзья, то, что действительно нас хочет, друзья, Господь Иисус Христос. Поэтому, друзья, исключительно хотим быть в раю, вместо полного счастья, радости и благодати, да, друзья, просто самое друзья есть. Шикарно, друзья. В Одессе, друзья. В Аркадии, на самом известном городе своей семьи, да, друзья. Только в раю все еще будет бесконечно раз лучше, друзья. Поэтому я ссылочку оставляю на полное видео в описании, где наши уже апостолы детальнее разберут тему. Поэтому обязательно, друзья, смотрим Слово Божье. Питаемся Словом Божьим. И таким образом, шаг за шагом, друзья, протаптываемся дорожечку. Куда, друзья? А именно, в вечность. В рай, друзья. Аминь.